песня. Она с нашего последнего альбома, который называется «Подарок». И песня, которую мы хотели вам всем предложить, мы обычно ее, ну так, типа не особо часто играем, но на самом деле вот в этот небольшой мини-тур мы решили ее играть, потому что хотели выразить респект всем людям, которые приходят на наши концерты и во всех городах. Петербург, Москва, неважно, Абакан, Новосибирск, Калуга, кто из вас где был, это не важно на самом деле, потому что все, что мы делаем, это делаем для вас. Если бы никому это не было нужно, то сидели бы мы в подвале где-нибудь и пилюкали для себя. Шуршалиш называется. Песня называется «Мы, время и друзья». И эти друзья – это вы, а время – это то, что... Это то, что осталось между тем моментом, когда мы начали играть, и это был, ну, типа там 2000-2001, когда вышел первый альбом, 2002 год, и сейчас 2023, и это огромный срок, 20 лет, я так понимаю, что некоторым зрителям здесь даже меньше этого срока, может быть, им там лет 17-18, и особенно приятно видеть вас. Я видел здесь самого молодого джентльмена с ирокезом. Мне кажется, ему 11 лет, по-моему, да? Или что-то в этом роке. Где он? О, привет! Сколько тебе лет? 10. Я 6. Как тебя зовут? Давайте аплодируем Ване. Ваня занял место рядом с вами. Вот этого товарища тоже зовут Ваня. Ваня гитарист. Давай. Не, ну не всегда, так что будем быть. Кстати, мы можем как-то изобразить, чтобы он не в этой песне в конце что-нибудь сыграть, да? Видишь, как это не серьезно? Ребята, не дай ему. Давай. Не сейчас. Мы придумаем, в какой момент. И в этот момент он сколько не песня. Короче, Ваня сейчас подумает, он придумает, какую песню ты слушаешь. Хорошо? Мы тогда сели. Офигеть. Если ты умеешь что-нибудь делать, нет? Ну, не важно. Короче, умеешь? Круто. Ништяк, тогда будет караоке. Он будет играть первую шутку, будет играть, хорошо? Сейчас, потом чуть-чуть. Okay. Сыграй, правильно? Ништяк. Какую песню сыграешь? Какая твоя? Черт с ним, давай пускай сейчас попробуем сыграть.
блять! Это было супер круто! Если честно, но ну, я такое видел только на концерте Green Day. Это очень круто. Вань, желаю тебе огромных успехов. Ты очень большая умница. Ты с кем пришел? Я говорю, что папа твой? Так вот надо воспитывать детей.